Здравствуйте, меня зовут Игорь Бахарев, я выпускник школы Никиты Бурлакова, гипноз и слиперство, пятый поток. Пришел я в эту школу по рекомендации одной из выпускниц школы, когда она рассказала, что наконец она занимается тем, о чем мечтала многие годы, и я, не раздумывая, пришел сюда. Колебался, вот буквально нисколечко не колебался, пришел сюда и сразу с первых занятий понял, что это именно то, чем я хочу заниматься. Нас поделили на группы, и в каждой группе были кураторы, которые знали это направление довольно глубоко, и очень такие позитивные, добрые люди, которые нам помогали улучшить наши сеансы. Мы получали после каждой темы задания, проработки в группах, по два человека в парах. Вот. И эти проработки записывали, отправляли куратору. Куратор смотрел, давал рекомендации, где, если что, можно было улучшить. И, в общем, с первого же сеанса мне попала женщина, интересная, такая позитивная, и она говорит: «Я не верю в гипноз». Но мы все равно стали погружаться, и когда она погрузилась, первые ее слова были: «Мне плохо». И вот здесь пошли неоспоримые плюсы гипноза. То есть проблемы какие-то «Мне плохо», они здесь решаются буквально на раз, два, три. Вот. Ну, мы поработали, и в конце концов она вышла после сеанса и говорит: «Слушай, сейчас мне вот пусть хоть все скажут, что это неправда. Я понимаю, что это правда, я это увидела, это почувствовала, и это очень вдохновило», вот такая реакция. После этого еще были некоторые сомнения по поводу, смогу ли я увидеть, как во время чистки, как слипер, проблемы человека, блоки энергетические, какие-то это проблемы в телах человека. Но я провел как слипер две чистки, и в обоих случаях попадание довольно точно определил, где что у человека, какие проблемы и откуда они возникли, и как сделать, чтобы этого больше не возникало. Вот. Ну и некоторые свои проблемы в течение курса я проработал. Например, одна из последних была — это страх публичных выступлений. После этой проработки у меня через день выпала такая возможность это проверить, и все прошло успешно. Никакого волнения, никакой тряски в руках и так далее не было. То есть это реально помогло. И я рекомендую этот курс тем, кто хочет работать над собой, хочет помогать своим близким, друзьям, хочет помогать другим людям, хочет сделать своей профессиональной деятельностью. Потому что вот я даже курс не закончил, люди стали обращаться, и вот буквально вот через день мы чистили женщину, и надо было видеть вот ее восторженный взгляд, и она исписала там кучу страниц, и прям столько в глазах света и благодарности. И после этого хочется еще дальше продолжать и продолжать работать в этом направлении. Рекомендую. Благодарю за внимание.